Несмотря на многочисленную охрану и службу безопасности, которые есть у каждого президента, довольно-таки часто происходят случаи, когда на президентов совершают покушение. Причем, как показывает практика, напасть на президента бывает до безобразного легко. Канал «Интересные факты» представляет вам подборку самых известных нападений на президентов. Нападение на президента Чехии Вацлава Клауса. Во время торжественного открытия моста 26-летний мужчина подошел к главе республики, приставил к его правому боку пластмассовый пистолет и несколько раз нажал на спусковой крючок, в результате чего Вацлав Клаус получил легкое ранение локтя, а Павел Андроуш, который и был нападавшим, был доставлен в полицию. Местные жители отметили, что виновник покушения является вежливым человеком и трудится целые дни. По чешским законам хулигану грозило до 2 лет лишения свободы. Нападение на президента Франции Николя Саркози. 30 июня 2011 года президент Франции пережил несколько неприятных секунд в городе Бра. Во время поездки на юго-запад страны в окрестностях Тулузы 32-летний француз Эрман Фюсте грубо схватил Николя Саркози и потрепал его за пиджак. Президент едва не упал из-за этого неожиданного нападения. Охрана Саркози сработала практически мгновенно. Человека моментально уложили на асфальт. Нападавший работал в консерватории города Ажен, и по информации французской полиции, месье Фюстье не был вооружен. Таким способом он хотел высказать свое негодование происходящим в стране. Нарушителю грозило тюремное заключение до 3 лет и штраф до 45 тысяч евро, но Саркози не стал подавать в суд на обидчика. Нападение на Бронислава Комаровского. В Польше в городе Торунь неизвестный мужчина пытался напасть на президента республики Бронислава Комаровского. Комаровский прибыл в Торунь в качестве кандидата на пост президента Польши и намеревался провести встречу с избирателями. Когда он входил в здание Торуньской ратуши, из толпы выбежал человек и очень резко побежал по направлению к президенту. Находящийся рядом с Комаровским полицейский защитил его от возможного нападения. По делу нападения на президента был задержан 34-летний житель Торунья Ремигия, которого и ранее неоднократно задерживала полиция за участие в драках, повреждении имущества и кражи. Еще одно нападение на президента Польши состоялось 14 июля 2013 года в Луцке после мессы в костеле святых Петра и Павла. 21-летний житель Запорожья раздавил яйцо о плечо президента Польши Бронислава Комаровского. Он был осужден на год ограничения свободы с испытательным сроком. Инцидент произошел сразу после богослужения, когда президент республики непосредственно подошел пообщаться с верующими, юноша из толпы похлопал его по плечу рукой, в которой было яйцо. Нападение на Виктора Януковича. 19 сентября 2004 года в разгар президентской кампании в Ивано-Франковске студент Дмитрий Романюк кинул яйцо в тогдашнего премьер-министра Украины Виктора Януковича, когда тот выходил из автобуса. После удара глава правительства рухнул на асфальт. Охрана тут же затянула его в машину и увезла в реанимацию областной больницы. Соратники Виктора Януковича, которые его сопровождали, пояснили прессе, что в Виктора Федоровича летели тупые предметы. Впрочем, на существующей видеозаписи хорошо видно, что именно попало в Виктора Федоровича. Тогда было возбуждено сразу 2 дела по факту хулиганства и по факту угрозы или насилия в отношении государственного деятеля. Оба дела были закрыты в декабре 2004-го. Курьезное нападение на Виктора Януковича. Во время возложения венков памятнику неизвестному солдату в Киеве начался сильный ливень с ветром и градом. В это время тогда действующие президенты Янукович и Медведев как раз шли к памятнику. Когда Янукович положил свой венок, тот вдруг оторвался, и президент несколько секунд самостоятельно боролся с венком, пока ему не помогли охранники, которые установили венок на крепление.
покушение на президента США Рональда Рейгана. Оно произошло 30 марта 1981 года, всего через 2 месяца после его вступления в должность. Президент и трое его сопровождающих были ранены при выходе из гостиницы «Хилтон» в Вашингтоне, где Рейган выступал с речью перед делегатами Федерации профсоюзов. Стрелявшим оказался Джон Хинкли-младший, ранее преследовавший президента Джимми Картера и лечившийся от психического расстройства. Убийство президента Джона Кеннеди. Наверное, самое громкое убийство президента. Оно было совершено в пятницу 22 ноября 1963 года в Далласе, штат Техас, в 12:30 по местному времени. Кеннеди был смертельно ранен выстрелом из винтовки, когда он вместе со своей женой Жаклин ехал в президентском кортеже по Эльм-стрит. Убийство в течение 10 месяцев расследовала специально созданная комиссия, которая пришла к заключению, что убийство было совершено преступником-одиночкой Ли Харви Освальдом. Существует ряд конспирологических теорий, подвергающих сомнению выводы комиссии и представляющих альтернативные версии убийства, в том числе заговор американских или советских спецслужб. Однако ни одна из них не была до сих пор доказана. С вами был канал «Интересные факты». Подписывайтесь, и вы узнаете еще много удивительного.